новый обзорчик на новый, новоприбывший или староприбывший мотоцикл серии Фантик, за которыми сейчас в Италии гоняются коллекционеры. Это модель 125 кубиков, кубических сантиметров. Объем двигателя 6-скоростной. Все оригинальное полностью. Практически не подвергался реставрации. И за исключением изменения крыльев, потому как раньше на данной модели нужны были необязательные номера. Сейчас идут вот такие удлиненные крылья, чтобы был виден номер. Номер обязателен для страховки. Мотоцикл в очень хорошем состоянии, очень хорошо сохранился. Как я и говорил ранее, что практически не подвергался реставрации. За исключением некоторых мелочей. Но 6 скоростей очень впечатляет, как он себя приемисто ведет на трассе. Ну, вот, собственно, все, что я хотел вам рассказать об этом мотоцикле.